Крошка Антошка ТВ представляет. Смотри, это медведь-панда. Это бурый медведь. Это черный медведь. А это белый медведь. Как ты думаешь, какой медведь живет на Северном полюсе? Это точно не панда. Панда живет в бамбуковых джунглях. Это и не бурый мишка, он живет в лесу. И не черный медведь, он тоже живет в лесу. А вот белый медведь как раз и живет на Северном полюсе. Поэтому его еще называют полярный медведь. Белый медведь огромный. Он может весить целую тонну. Это очень много. Шерсть у него теплая, пушистая и светлая, почти белая. У него большие лапы. Он может долго и быстро ходить по снегу и льду. А еще он хорошо плавает в ледяной воде. Полярный медведь живет и охотится на холодном Северном полюсе. Это его дом. Веселые задачки. Логика для детей. Целый день два маленьких медвежонка кувыркались, игрались в снегу, баловались, копали ямки, веселились, прыгали, играли в прятки в больших сугробах. Игрались и потерялись. И вот медвежата грязные, усталые, замерзшие. Они плачут. Малыши хотят к маме. А мама-медведица громко ревет. Зовет и ищет своих медвежат. Помоги маме-медведице найти своих медвежат. Вот протоптанные в снегу тропинки. Посмотри внимательно и найди верную дорогу для мамы-медведицы. Ты ее видишь? Тогда кричи «Верный путь!» Громче «Верный путь!» Конечно, вот он! Мама-медведица спешит к своим малышам. Наконец-то медвежата вместе со своей мамой. Как хорошо! Белая медведица – большая, сильная и заботливая мама. Она всегда рядом, чтобы защитить своих маленьких, непоседливых медвежат от опасности. А еще мама учит малышей искать еду, плавать, прятаться от опасности и строить укрытие в снегу. Она очень заботливая мама, а медвежата ее очень любят. Играем дальше. Посмотри, это половинка какой-то картинки. А где вторая половинка картинки? Поможешь найти вторую часть картинки? Может быть, это? Нет. Эта половинка подойдет? Нет, она не подходит. Где же правильная половинка? Не подходит. Убираем. А это? Тоже нет. А это? Тоже убираем. Может, это она? Нет. Где же правильная половинка? А эта половинка подойдет? Да, правильно. Мы соединили две подходящие половинки. Это полярный медведь. Мы увидели белого медведя на Северном полюсе. У него густая шерсть, и он не боится холода.